Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрч, ребята, сегодня вместе со мной играет Донни, это GTA 5 онлайн с рубрикой «Езда по блокам». Ку-косики! Итак, ребята, в двух словах напомню правила для тех, кто, может быть, впервые смотрит данную рубрику. У нас есть блоки, расстояние между которыми с каждым шагом увеличивается, то есть в конце уже прям огромнейшая пропасть, и наша задача набрать как можно больше баллов, проезжая по этим блокам на рандомных машинах. А в общем-то, давай сразу по первой тачке спавним на наш старт, ребята, абсолютно все будем использовать. Машины из реальной жизни, из GTA, потому что есть хорошие и там, и там. А, и у меня вот такой, кстати, какой-то, что это, Исузи, ё-май, что-то новое. У меня прозрачный Исузи, ага, понимаю. Да, что-то интересное. Да, давай, начинаем. Короче, ребята, кто дальше сейчас уедет и наберет больше баллов, на следующий раунд спавнит 3 тачки, проигравший 2. Так проведем кучу раундов, ну и, в общем-то, задача в конце набрать больше. 34-то у меня врезался. Окей. Да. А машина, ребят, напомню, которая сейвится на блоках, но давай с одним условием дальше 34-го, дабы это было интереснее, она приносит еще плюс 1 балл. Немного, мелочь, но приятная. 32, ну такое. Как бы не особо. Да, начало не прикольное, но хотя... Знаешь, там такой фургончик был, как будто, не знаю, тюнингованный какой-то. Первое плохо. Ё-моё, трактор вообще. Кстати, трактора еще не было. Трактора еще не было. Я ни разу не понял, что на тракторе тут катался. И GMC-шка вроде как неплохая, если это GMC-шка. Это непонятное. Так, у меня а-ля Audi. У меня такая лифтованная тачка. Да-да-да, я что говорю, там подвеска такая мощная. А, нет, это не GTA-шная машина. В смысле, это GTA-шная, но вообще как бы это аддон. Подвеска типа не родная какая-то, сразу в глаза бросается. Ну давай попробуем, в общем-то. Что ж, ребят, напомню, что кто добирается до последней платформы, получает сразу же 50 баллов. Это очень хорошо, как бы, и такое бить довольно-таки сложно. Слушай, подвеска вообще играет прикольно. Да. Но 34, ну, на самом же, деле. Да. Не особо так. Так, слушай, ну у меня Cabrio Audi, блин. Ой, полетело! Полетел, нифига полетел, себе! 36, да? Но... Неплохо. Неплохо, да, неожиданно, как минимум. Что ж, окей, ребятушки, если нравятся эксперименты, поддержите лайком, мне будет очень сильно приятно. Ну и, конечно же, если вы впервые на канале, то оформите подписку. У нас экспериментиков на канале много. Так, напомню, что у нас новых тачек полно. И вот у Вани что-то заспавнилось, я это не вижу. Там машина какая-то, слушай. Ну там, чё была, там у тебя там такого? Там был Lexus, я его Lexus. Убрал уже там. Так, вертолет, байки. Опа-па, кстати, драгстер, ребята. Что там у тебя? Не идеально, но быстро. Хорошечно, попробуем. Я сейчас даже не знаю, что от него ждать. И вообще разгонится он или нет. Так, а ты поехал или стоишь у меня? Нет, тут я отдыхаешь? Я давай, все, давай, стартую, езжай. Стартую. Так, хорошо. Так, ну окей. Типа новенький, кстати, тоже AMG GT. Неплохой автомобиль. Гучи флип-флап. 30 засейвился. Ну я, конечно... Дальше 33 говорил. Ладно, может 30. Ну, блин, на 30 это, знаешь, это легко, просто это близко находится, я поэтому думал, что он как бы засейвится на них легче. Короче, не знаю, ребят, в комментариях напишите, давай тебе балл тоже дополнительно засчитаем, но тем не менее, как бы, интересно, нужно как-то соблюдать. Полетел. 39. Тупо врезался прям в этот блок. Неплохо. Неплохо. Ну, хотя, если честно, я Драгстера ожидал большего. Вот такой мог бы и до конца доехать, как бы, вообще смело. Но что-то не захотел он. Так, Ламборгини. Руинер. Ой, вопит. Шикарнейшая тачка. На самом деле. Вообще нет. Вертолет. Да, ема, и вертолет подходящий. Так, ты куда там улетел? Что-то я видел через твой... Возьму большую тачку, короче. Это Енус, типа, что-то такое, лимузин какой-то. А, прям в бочину мой Liberty Волк помял. Liberty Волк помял. Такой себе. Я поехал. Ну, может, пластик, кстати. Да и, скорее всего, пластик. Кому нахрен надо из железа такое делать? Странная 32. Машина максимально. 32, да, сразу подпрыгнула. Короче, у меня очень низкая тачка, но я очень сильно надеюсь на какую-то лягуху сейчас. Нахрен там был? 33, да. Приехали все. Ну да, чуть дальше, да. Чуть дальше самое главное. Так, ну что ж, продолжаем, ребят. У меня 3 машины у тебя, блин. Ома. Кстати, прикольная тачка вот эта. Она мне очень сильно нравится. Она прикольно смотрится, блин. Прям кроме чисто меня? Такой для чила, да, знаешь, куда-нибудь, да, там на природу, вдоль океана, так пальмы, блин, вообще шикарно. Слушай, а у меня тем временем хороший внедорожник, вроде как, да, типа не особенное что-то, да, но да, да, окей. Ну что ж, давай. Ой. Да? Как это я в тебя въехал-то, хотя я рядом остановился. Да, там рассинхрон прям жесткий, то есть как минимум там корпус, наверное, был твоей машины между нами. Ой, она низкая. 31. Очень низкая машина, ребята. Ну и, в общем-то, Сильверадо.
ЛТ. Что такое ЛТ? Ну, пока по точкам везет. Ну, не знаю, какая. Лифтованная, назовем так. 38. Ну, в целом, может, и лифтованная. Ребят, кто знает, что значит шилдик ЛТ на Шевроле, вот таком, напишите в комментариях. Я что-то, если честно, вообще без понятия. А вижу Мерседесик новый. Ой, а у меня хороший. Ой-ой-ой, это и мой хороший. Нафиг нам не нужны ваши BMW, Volvo и прочая хрень. У нас армейский фургончик, это хорошо. А у тебя, кстати, быстрый ниссанчик, и он офигеть какой дрифтовый. Дрифтовый, да. Да. Бум-бум-бум-бум-бум, но он очень быстрый. Ну и низкий, я смотрю. Да. Дур-дур-дур-дур-дур, полетит, наверное. Нифига. О, так. Что? Да куда? Что? Да, блин, я еще думал зацелишь. Видел? Я сейчас охренел. Он просто, прикинь, проглатывал и уплевывался дальше. Приколы, ребята. Четирюзский, оказывается, у нас дрифт корч, который, ну, по текстурам ехал неплохо. Так, ну я надеюсь, что хотя бы там 36. Я такого не ожидал, 35. Что-то жестко. Да? Очень жестко. Я реально что-то еще думал, что он дальше едет, но тем не менее, окей. 5 баллов аж отыграл ты сразу. Ну, окей. О, Боб Кейт. Кейт. Но сюда я его брать не буду, ребята. Нет, машина не подходит для этого испытания, я думаю. А у тебя 3 тачки, поэтому начинай спаун, и, в общем-то, я так, уже тебя жду. У меня пока ничего. Вертуха. Опять вертолет. За вертуху. Тот же самый, просто, кстати, второй уже. Мечтам, давай, наверное, кремосто скрывай все-таки. Ну, первая. Только колеса, ну да ладно. Да в любом случае, ты его брать, ну, я думаю, не буду. У тебя прозрачный, у меня нормально. Ну, понимаю. Да, он прозрачный, сзади фары. Ну, короче... Ну, maybe. Так, ну, Bugatti, тут Бугатти или фургончик, кстати. Фургончик тоже интересный, да. Диалемчик, диалемчик. Ладно, возьму фургончик ради прикола. Серьезно? Так, да. Ну, необычно. Ты отказался от очень быстрой Бугатти. Ребята, давайте посмотрим, в чью сторону. Как бы, ну... Выглядит, ну, многообещающе, но хз. Серьезно. Сейчас посмотрим, как он проедет. Ёп, ну он очень медленный. Он медленный, да, скоростей не хватает, но неплохо. 32. А, ну 32, то у меня немножко дальше как будто собирался пропрыгать. Prior Design, Audi, вообще ненавижу вот эти всякие Liberty Walk, Prior Design, машины все, вот, да, вот просто 30. Ну вы понимаете, они вообще не... Я не знаю, зачем их делают, там хеллинги всегда сколько отвратительные. Тебя, сколько 30 тебя всего. Ну ладно. Вообще ни о чем. Две стандартных тачки сразу мне высыпало, ничего интересного, маленькую изи мы брать не будем, а вот это, раз. Что это такое? Вопит какой-то, возможно. Давай-ка третью. Хорош. Может, так, хорош, Читах, BMW и ёпта, что-то не вижу. Что ты такое? Не знаю, это не вижу. Это хрень, с под капотом 103, реношка какая-то угарная французская. Да? Надо было оставить. Ну да ладно, выбирай. Суперкар будешь брать? Ну это быстро, как минимум, но очень низко тоже, поэтому вопросы есть. Вопросы остаются, ребята. И для тех, кто просил тачки из GTA, вот, пожалуйста, получайте, распишитесь, лайк поставьте и напишите в комментариях, ну и как вам? Так. Сейчас посмотрим. Но дельфинчиком нырнул. 33 коснулся спойлером. У меня не коснулся, ну ладно, 33 пускай будет. У меня нет, да, как-то плавно улетел. Так, хорошо, разгоняем, ребята, наш автомобиль. Ой, неплохо, 35. 35 нырнул прям, да, нырнул, да, да. Просто тоже дельфинчиком и вполне неплохо. Казалось бы, невзрачная тачка, а вот, пожалуйста, бал принесла Запорожец. Ты что такое? Зопор? Серьезно, бери его, тачка-пушка обалденная. Это картина. Что за картина? Четыре карины. Хрен понёшь. Не знаю. Фига, у меня старенький прикольный Мерин вообще. А можно я так сделаю? А лететь нельзя. А что это? Кстати, киберпанк. А то это. Рекламка киберпанка на капоте. Ну, блин, я, наверное, Леху возьму. Да это не Зопр, кстати. Это картина какая-то рядом. 188 под капотом, между прочим. А это типа вроде как с этой машины Зопр слезали. Да ёп! Там, я возле тебя останавливаюсь постоянно, понимаю. Кстати, на самом деле, по поводу Зопора не скажу, но мне кажется, Зопор от нее сильно отличается в худшую сторону. Ё-май! Сколько в итоге? Где ты вообще? 32 у меня. 32? Чтоб ты понимал, ты у меня 4 или 3 раза сальтуху сделал, врезался там, пролетел, как-то вообще непонятно ничего. Ничего непонятно, но было интересно. Врежься, вау! Ой, ты подлетел, нифига. Нифига я прыгнул! Сейф! Ну не. Нифига, он просто кузнечиком, ты видел, да? Нормально, подвеска, да, какая-то лютейшая, он слишком высоко подпрыгнул. 37 аж баллов. Так, перевозчик Хуманов. Так, это минус тачка, считать ее не будем. Новенький Porsche у меня. Новенький Porsche, Porsche, я его не вижу. Говоря, да. Так, да, гелик и пятнаха. Пятнаха, я бы взял пятнаху. Бери пятнаху. Я бы тоже, но чувствую, что...
Оно того не... Она недостойна просто, и все. Ой, ты недостоин, пятнахи, а не она. Тут тоже может быть. Езжай на дырявом Порше, у тебя там ни днища, ничего нет, просто карты сверху накрыли так. Так, ой-ой-ой, неплохо. 35 обратно прилетело, ты сидишь. Да-да-да, я видел. Я тоже сначала не понял, а потом как понял. Так, окей. Приор дизайн опять-таки. А, ну хотя бы полетело. Ой, хорошая ты моя, 36. Я рикошетнул как-то, да, бампером. Ну что ж, ребята, прям буквально вырвал победу в этом раунде. Так, у тебя Ниссанчик вроде... Так, а у меня вопросики. У меня тут тоже вроде... Ну не дрифт, но новый Ниссан прикольный. Я его... Возьму, не возьму вопросы, потому что... Я его не вижу почему-то. Интересно. Ну, я их просто недавно грузил под бренды, поэтому да. Но он прикольный. Он, короче, прикольно разгоняется. Знаешь, цитрус напоминает чем-то. Так, окей. Я понял. Вольсваген какой-то вот такой вот, ребята. Давайте посмотрим, что он нам покажет. Все-таки... Что-то он странный какой-то. 33. Как-то странно. Блин, Rocket Bunny, это опять-таки тоже модифицированная машина, но она на самом деле неплохо едет. То есть она и управлялась хорошо, но она низкая. О, да что с ними не так-то, с этими Ниссанами? 39, нати. 39, нормально. Жесть вообще, тоже ехала. Прикол просто DS. Идеально. Так, да, это, кстати, второй Ниссан. Вот так вот неожиданно, как бы, здрасте, новые тачки. Бентайга. Так, Бентайга и копейка вроде, да. У меня Субару. У меня хорошая РС-ка, я ее, скорее всего, возьму. И старая-старая BMW, ты ее видишь? Она такая страшная. Е12. Это Бэха 528, да, да. Она, знаешь, типа а-ля такая, прикольная. Как будто французская какая-то такая, прикольная, знаешь, вообще. Раритетненькая чисто. Так, ну окей, ребят, есть среди нас тут любители BMW? Напишите в комментариях, как бы, ну вообще, вот реально же есть разные тачки. Вот мне в последней серии не нравится решетка здоровая, допустим. Смотрится, ну не так уж как. 34. Так, 34, окей. Ну хотя, знаешь, тоже спорно. То есть, если смотреть на, допустим, седан, там ни о чем. Если ты на здоровый внедорожник, почему бы и нет? Ёж! Ну да. Ёж! Сарахет, между прочим, рикошетами. Нормально, нормально. Еще бы и на полтинник могла залететь. Она, кстати, летающая, насколько я помню, ребята, хорошая. Да, она летающая. Так, ну по баллам непонятно, что, ребята. У меня, конечно, здесь тачки прям даже не знаю. А у тебя две? Я вижу только одну. А, вот это вот не крашит? Чудо. Я бы удалил. Ты бы удалил? Ну и ладно, давайте будем его считать, не будем его переспавнивать. Я возьму РС-ку тогда быструю, но низкую. А у тебя здесь Супра 20-го года. Ну давай. Не лучший, кстати, вариант Супры, который у нас есть. Хотя, да, может, он единственный остался. Медленькая. Кто его знает? Она просто медленькая. Ну, она полетела. Хотя бы 35, да. Да, вполне. Не супер далеко, но хотя бы 35. У меня очень быстро, очень низко. Как-то так. Да? Да. 32, да? На крыше. Засейвил. Засейвился. Ну, 33 получается. Она еще не остановилась. Подожди. Идеально. Просто крутится. 33, окей, ребят. Но в любом случае, как бы, ну, недостаточно. Это так, что? Так, а это у меня, по идее, интересная тачка. Емай, Маруська. Или Заря. Заря, скорее всего. Второе. Так, третье. У тебя Бэх, Тойота, да, и фигня какая-то старая. Ну, окей, пускай будет так. Че бы нет. Ну ты быстрый, да. Давай. Давай сделай грязь. Ну что ж, попробуй. Это лоурайд? Да. Серьезно? Блин, вообще не ездил. Вообще. У тебя там картошка сзади, наверное. Ты посмотри назад. Еще такие, знаешь, окна голубо-лагунные какие-то непонятные. Это мебель, да. Так, окей, ребят. Вельвет обтянутый. Уи! 36 всего лишь, но неплохо, ладно, тут да. Лучше, чем 30, да. Намного лучше, на целых 6 прям. Очень много. Ну, получается, так, что да. Йоу, самолет. Так, ведро. Так, еще одно ведро. Ну, это считать не будем, там колес даже нет. Так, ну, еще одно ведро, как, окей. Ну, и Audi тут лучше, я думаю, поэтому недолго думая, берем ее. Хотя личный самолет тоже было бы неплохо. Начинай. У тебя какой-то типа драгстер, либо что это такое, непонятно. Ну да, маслкар типа. Может даже маслкар какой-то. Шевроле, да. Ой, она как-то цепанула неприятно. 31, 31. Да. Слишком подвеска подвела. Ну слушай, в любом случае RS4, ну не лучшая, но едет неплохо. 150. Ой-ой-ой, не лучшая, но 36. Хорошо.
Хорошечно, хорошо. По качеству у меня вообще мало хороших машин падает, просто не везюх какая-то. Ну согласен, рояль. Портепиан выпадет? Нету, реально. Не выпадет. На самом деле вопросики есть. Зерак не возьму, рояль не возьму, потому что он просто медленный. Гильез. Давай. Жги резину, как говорится. Давай. Крути педали. Ну, в целом, неплохая тачка, ребят. 28. Я говорю, просто какая-то машина не выпадает. Какая-то шляпа вообще, ну реально. Согласен. Ой, как хорошо разогнался. И рикошет поймал. И 38. Ну да, ребят, мне кажется, я баллами набрал очень много. Но, кстати, у нас ни одной машины не было, которая побывала уже бы на полтиннике. Это интересности для этой рубрики. Обычно что-нибудь довыпадало. У меня Opel Vectra, Nissanчик и какая-то... Что это? Не знаю, что это такое. Что это такое? Otto V53. Значок восьмерки. Типа галка и восьмерка. Интересно, не знаю. Тут тоже что-то не припомню. Ну давай. Да, давай. Я предлагаю сделать еще после этого один раунд, и, ребята, уже подведем итоги. В принципе, ты неплохо едешь. Нифига полетел хорошо. 38. Отыграл немало, ребята, как бы хороший, реально показатель для Мерседесика. Ой, что у меня с колесами? У меня колеса прыгают, как будто я на внедорожнике еду. 35. Не задел я 36, к сожалению. Ну и, в общем, как я и говорил, ребята, последний раунд давайте завезем. Давай. Жалко, что две машины только. Так. Да, вы прикалываетесь. Нафиг эти низкие тачки, ладно. Ну, что-то все низкое. Так, байк кривой косой какой, что такой страшный-то? И что это? И это Lexus тоже какой-то. Это Lexus, да. У меня, кстати, два Lexus, особо разницы нет. Давай, начинай. Porsche Гибрид H911P, вроде правильно он там называется, как-то неплохой. Неплохой реально автомобиль, но очень низкий, но быстрый. 31. Ты где? Да. Ты у меня на 33 аж уехал, чтобы ты понимал. А, да? А, 33, бро, 33. Да. Жалко, что тебя за уши потом обратно тянуло. Ёп! 29. Я просто подпрыгнул там в самом начале. Что ж, ребят, вот такая серия у нас сегодня получилась. Ну, самые выдающиеся, наверное, в серии машины — это Ниссанчики. Оба дрифткорча очень хорошо себя необычно показала. И, как бы, к сожалению, на полтиннике никого не было. Короче, топите за рубрику. Чем больше лайков вы наберете, тем быстрее она выйдет, следующая серия. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока, ребят.